А ты сидишь, ты три раза в год выездишь. В стране полностью развалена социальная сфера, не хватает детских садов. А женщинам, помимо основной работы, приходится налаживать быт, обеспечивать его, ухаживать за детьми. Ну, нас мало, но тем не менее мы собрались, поэтому митинг под лозунгом «Нет повышения пенсионного возраста» и «Остановить Марченко» будем считать открытым. Если сейчас мы пропустим эту систему, то защита пишет о том, что мужчина на пенсии живет 53 года, мужчина уходит на пенсию. Как же он еще живет в Москве? На старость наших детей и внуков. Если у них отпуск 24 дня, они так же встали своего кресла, но его не поднимешь их краном, потому что он крепко сидит. Он огромное. Мы приводим своих детей, и они занимаются воспитанием. Накормят, напоят, почитают книжки. Наши бабушки будут работать, на эти накопления в пенсионные фонды. Так о каком всеобществе? Обществе всеобщества. Вы знаете, в общем-то, совсем по-другому, может, хотелось говорить, но я говорю, мы сами виноваты в том, что сегодня происходит. Я еще раз хочу действительно извиниться перед женщинами за то, что она сказала, что сегодня этот суд расположен в здании детского сада.